А в чем проблема? Не пускают нас. Надо идти через раз. Второй раз. Они нас уже убили. А почему второй раз? Чтобы ничего не вышло. Сейчас вас куда-то оттесняют. Следующий снизу. Мы уже прошли через рамку. Они нас опять через рамку отправляют. Были здесь. Все было нормально. А, то есть вас оттеснили, когда была проверка здесь? Сказали, заминировано, выгнали нас. Выгнали нас. Через полчаса вы войдете. Видите, как мы входим? Они нас опять не пустили. Что? Пойдите с нас, пусть мы что будем сюда нести? Через полчаса придем опять. Я верю вам. Пропустите меня. Отец, я вам верю. Вам нужно пройти через металлодетектор. Я уже пошел. Пошел уже. Я понимаю, но это безопасность ваша. Все, понимаю, я не делаю.